И сегодня мы играем в Insanus. Игра какая-то. Тут есть целых две части. Но мы пройдем только целых две части. Сразу две части пройдем. Что такое? Вроде надо какие-то загадки, что блин, они же проблемы не устроили. Один, два, что мы с этими спичками? Этими спичками делать? С этими спичками делать? Я вроде как не там помню, в этой комнате вроде есть это. Идем в нашу комнату. О! Это. Что мы ничего не делаем? Установки? А мы нас. Так, пофиг. Стекло. Я вроде разбил данные. О, скоровья там. Так, берем, открываем. Я как-то не разбил. Подобрать у меня не получается. Так, тут вроде нужна головоломка. Так, мы сначала шли. Зашли в домик. Нас украли. Нас. Залюбили и мы умерли. О, правильно. А, может нам череп забрать? Правильно, надо череп забрать. Может быть, этот череп куда? Так, тут все. Я запутался в этих коридорах. Я не туда была. Я тут тоже был уже. Тут я был! Везде здесь был. Я тут тоже был. Я запутался в коридорах. Где вешалка? Thank you.
Куда мне идти? Я не пойду с чердаком, потому что там есть место. Я пошел готовить сироп. Еще что-нибудь добавить, что-то, может, свечку? Ну и что, что-то рискнуть? Опа, на ключик. Вот для чего он не будет? Для чего мне нужен клавичный ключ? О, я открутил. Вроде бы это не сюда нужно поставить. Тут еще надо порой. В эту, да? Или в эту. А вот. Так. Куда мне эту картину ставить? Куда? Значит, маленькая, большая, средняя. То есть маленькая, большая-маленькая, большая-средняя. То есть маленькая, большая, большая-средняя. Я не хочу с вами. Держи глаз. Глаз на. Я тебе глаз принес. На стульчике не хочу садиться, а то мне не нравится. Ну, вы поняли. Что мне здесь делать? Я не понимаю. Я 10 минут прохожу, не могу понять, что мне тут делать. Мне
сейчас я не хочу залезать. Ну, ее окровавили. А, это же нам было. В шкафу. В шкафу нам было варить. Да, туда, 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 туда. Я не помню, что мне дальше-то там делать? Я ничего не пойду, как не проходить? Нет. Еще просто не надо. А, да, кстати. Может, туда теперь клавы добавить? Это комната легче. Уберу сюда. До дерева еще дойти, да? Им дали какую-то херь. А это вроде в гроб надо добавить. А мне страшно. Господи, что так пугать? Скример бы в этот добавить. Куда я не пойду. Умирать именно не хочется, потому что ни попу, ни рот, ни понюшь, ни зачем. А, горло. Блин. Вчера видео не было, потому что я не знал, про что мне надо снять. Но я сегодня придумала разные самые, что заснять. Господи. Ой, блин. Я как задрали, это пугать. Теперь нам надо как-то ручку достать для холодильника. А я не знала как. Вот где эту ручку найти? Вот где мне ее найти? Чтобы открыть холодильник, мне нужна ручка. А эти ручки нет. А к столу я не хочу. Вот это вон то отверстие, вот в это отверстие меня смущает. Мне не будет. А, вот тут. Сюда надо. Да? Сюда же надо, правильно же. Правильно, сюда же надо было. А куда мне тогда этот ключ прийти со? Куда мне его тогда этот ключ убивать? Баги, даже собак нашел. Я тут все правильно решил. Ну же правильно, тут ключик нужен, встань. Ну я так не думаю. Почему он не подходит? Он же мне его поджечь, или что мне с ним сделать? Я не пойму ничего. Может, это ключ? Может, это ключ в холодильник ставить, я не знаю. Вот, руку уже отпечатали. Наша рука не подходит. А та рука в холодильнике. А нам нужно забрать этот холодильник. Только как нам его открыть? Не забрать, или что мне с этим холодильником делать? Ни черта не могу понять. Откройся, тварь! Откройся! Так, как мне куда этот ключ поставить?
сюда. Куда мне ключ этот гроба поставить? Ни черта не могу понять. То есть тут сюда куда-то. Ну точно, ну я понимаю, что сюда, но не зря он тут стоит, но ключ почему-то в него не подходит. А еще понять не могу. Черта. Черта, не понимаю. Помогите кто-нибудь. Давайте забьем на эту часть, она какая-то непонятная вообще. Давайте вот вторую часть пойдем. Так, что тут головоломка? А, я понял как. Так, это. Так, вроде вот это. И тут этот маньяк у нас зарежет. Нам нужно сейчас взять Вандус. Вандус. Берем Вандус и... Берись, Вандус. Вот Вандус. Помоги. Теперь эти мозги нам нужно кинуть, кажется. Вот сюда. Опа, на. Так, мышка осталась. 8-3-2. Берем этот яд и даем паре. Берем сердце и отдаем эту дурачку. Сейчас нам нужно идти. Какая у нас лунная? Нам нужно идти по лунной стороне. Ай, блин, я забыл. Я забыл штучку взять. Нам еще надо тем более запоминать вот эти стрелочки. Так, первое туда. Сюда стрелка. Эта стрелка туда. Туда. Вторая туда. А вот эту я. Теперь нам надо идти по солнечной стороне. Туда. Ой, да? Ой. Туда. Примерно туда. Это. Синяя вода, значит туда синяя вода. Вот там голубой, там голубой, там синяя. Тут еще стрелки вроде валяются. Да, вот стрелки валяются. И земля вон туда, значит вода туда. Земля туда, блин. Земля туда, вода туда и снег вон
страницы. Значит. Я не понимаю, что мне делать. Туда-туда. Стрелка туда-туда. Может, вообще не часы надо подбирать? Что мне вообще подбирать тогда надо? Вот что? Что мне нужно? Так, вот эти стрелки? Это навряд ли. Просто поймите, я не понимаю. Не понимаю. Давайте отложим это на следующую серию. С вами я был Кирилл, и всем пока.